Всем привет, на канале «Интересное рядом». Сегодняшнее наше видео снова из Батуми. В городе много образцов современного архитектурного искусства, и среди них это здание Макдональда, необычный вид которого сделал его уже единственным рестораном быстрого питания, удостоенным награды за архитектурное исполнение. Но тут рядом вот на контрасте есть такое интересное кафе, где можно очень даже недурной кофе выпить при желании. Футуристического вида стеклянная конструкция спроектирована архитектором Георгием Хмаладзе, который является выпускником дизайнерского факультета Гарварда. Само здание возвышается словно космический корабль, готовый взлету. В его гранях отражаются воды пруда, который находится вокруг Макдональда. Многогранная конструкция заключена в консольную оболочку. Сама она получила звание лучшего коммерческого здания 2014 года по версии архитектурного ресурса ArchDaily.